готовился годами, чтобы стать специалистом нового уровня. Шоу начинается. Лас-Вегас. Для бойца, котик, теперь я работаю по-крупному. Я тобой горжусь. Говорят, ты у нас мастер Сигвей. Кое-что умеет. И прыжки. Мимо! Есть порох. Работа сложнее. 40 тысяч квадратных метров под защитой лучших охранников по эту сторону Миссисипи. Шел вон. Иди отсюда. Может, позовешь кого? Ах ты ж мать! Ну, спасибо за помощь. Ага. Ставки выше. Говорят, в Вегасе лучшая охрана в мире. Сейчас проверим. Вперед! Кто-то решил ограбить отель! Ну что, сыграем? В апреле. Под ударом все казино Вегаса. Нам нужен лидер, который способен нас вдохновить. Понимаю. Не заметил. Какое чистое. Как-то речь о безопасности. Срочно установить периметр, перекрыть весь объект. На Бларта можно положиться. Магазин, игра на моем поле. Скажи, что Бларта уже убрали. Да, убрали твоих людей по одному. Ух ты, жесть какая. Кевин Джейс. Тяжело быть одному, страшно? Позволь представить тебе несколько моих помощников. Ух ты, у тебя свой супергерой. Плащ-то зачем? На кой тебе плащ, Канон? Я прямо от парикмахера. Меня спрашивают, почему я этим занимаюсь. Как и вы, я не выбирал охрану. Охрана выбрала меня! Боже святый! Тысяча извинений, мэм. Сама виновата. Вам постель на ночь заправить. Шопокоп 2. Трус погибает. Охранник побеждает. Смотрите в апреле.